вернее, его фигура чуть в стороне от центра. Беру черноты. Я начал с осевого звучания фигуры и потихонечку попытался расширить, уточняя рисунок. Весла и все подробности потом. То есть у нас есть пятно фигуры соразмерно деревьям. Тоже это должно быстро высохнуть, и можно будет продолжать. Продвинулся. Беру черный, беру красный, красный капли.
отражениться чуть-чуть. Не черный, вы видите, темный, но не черный. То есть черный с красным. Кладу на холст и тяну. Кладу и тяну. Будучи придавленной, кисть не так вибрирует от нашей подвижности. И получается более-менее ровно. То есть, приложив к холсту, приложив и потянув, больше шансов сделать хорошую ровную линию, чем если ее вот так по чуть-чуть уточнять, хотя и по чуть-чуть тоже можно. Так, тут напачкал, подчищаю. Конечно, слишком силуэтный. Вот мы ему на плечи положим красный закат. Сейчас я даже попробую увеличить максимально. На лодочку красный закат. Рефлексы с этой стороны. Так, поставлю на бок и не на бок, а вот так ставлю. Приложу вот это, чтобы мочь облокачиваться. Художники вот эту палочку имеют обычно, но как-то я к ней не приспособился. А так мне как-то кажется вполне удобным. А поскольку слои у нас тонкие, то и не будет проблемы. Ну, в смысле, ничто не пострадает. Рефлексик, выделил рукав и линию талии. Светик, выделил рукав и линию талии. Там у него шапка, шляпа, вернее, такая дедовская, что-то я ему такое более английское на голове оставил.
с этой стороны чуть освещена вот эта торчащая на нас грань задника или передника. Вот там есть такой ствол. Так, что у нас тут еще? Подрежем. Часто подрезать будет ровнее, чем провести ровную линию. Так что имейте в виду. Мало того, подрезанная, она часто художественнее смотрится, чем проведенная. Так что даже если у вас не получилось провести очень ровно, подрезали, и у вас и художественно, и ровно. Потому что вот эти вот дырочки, так сказать, подчеркнутые, они как-то вот звучат, как феномен рисунка. Так, вот это бы мне еще тронуть. В данном случае я мизинцем облокачиваюсь в ту часть неба, которая не перемешивается, если я даже там натопчу. И я ее потом, этот след пальца, успокоил. Так. Тут у меня какая-то проволочка висит красивая. Но она у меня не может уже быть. Либо надо весло переписывать. А зачем его переписывать? Обойдется без проволочки. А, вот здесь можно проволочку. Не проволочка, а какая-то там. О, даже прикольная. Она у нас еще и отразится сейчас. Так, хорошо.